После небольшого ролика представления программы вечера последовал рассказ об истории становления аптечного дела в Десногорске. Вспомнили о том, как все начиналось. Сдвоенный вагончик на ПДУ, заготовка лекарственных трав, посещение постоянных закрепленных больных, приготовление мазей, микстур и настоек вручную. В 78-й аптеке был коллектив профессионалов, начиная с первой заведующей Юлии Якушевой. В качестве почетных гостей вечера о своей работе с теплом вспоминали Людмила Смирнова и Людмила Максимова. Это были непростые, но такие счастливые и продуктивные годы. В их памяти всплывали самые интересные моменты совместной работы. К сожалению, нет в живых первой заведующей. Но на вечере присутствовали муж и сын Юлии Васильевны. А в канву мероприятия были органично вплетены музыкальные номера, исполненные внуком Михаилом Якушевым. В аптеке номер 78 работали уникальные люди, посвятившие многие годы аптечному делу. В заключении вечера фармацевты спели собственный гимн. Большое спасибо, что нас собрали за столько лет, потому что мы уже давно не видим друг друга. Нас жизнь разбросала кого куда, кто в деревне, кто здесь живет. Короче, большое вам все спасибо, очень понравилось. Редко видимся, поэтому были очень рады всех встретить, повидаться. Это самое большое, что нам остается в этой жизни. На память о встрече был сделан совместный снимок, а сотрудники библиотеки подготовили и выпустили сборник, посвященный первой аптеке Десногорска, который доступен каждому читателю.